Необычный фотоконкурс. 23 мая на Южном Урале пройдет фотомарафон «Один день из жизни Челябинской области», посвященный 80-летию региона. Он проводится под патронатом губернатора. Мероприятие представляет собой одновременную фотосъемку на всей территории Южного Урала, самых ярких событий и мероприятий, лучших людей области, с последующим конкурсным отбором и награждением лауреатов. Принять участие в марафоне могут все желающие. Фотокорреспонденты газет и информагентств, члены городских фотоклубов, любители жанровой и документальной фотографии, студенты и школьники. 10 лучших авторов получат денежные премии по 10 тысяч рублей. Еще 10 авторам будут вручены поощрительные призы по 1 тысяче рублей. Работы южноуральских фотографов-лауреатов фотомарафона будут представлены на выставке в Челябинске, которая откроется в областном краеведческом музее 30 мая. Положение о фотомарафоне «Один день из жизни Челябинской области» можно скачать на сайте регионального отделения Союза фотохудожников России www.fotosoyuz74.ru.